В ночь с 12 на 13 января дирекцией благоустройства города было вывезено более 2500 кубических метров снега. К работе по подбору, вывозу снега и очистке тротуаров привлекались 5 подрядных организаций. Для того, чтобы проезжая часть дорог общего пользования не была скользкой, она посыпалась пескосоляной смесью. Эта работа продолжалась с момента выпадения первых осадков. С момента выпавшего снегопада первым делом все силы были направлены на устранение скользкости как дорог, так и тротуаров. Было задействовано свыше 93 единиц техники, также малая механизация по очистке тротуаров. Вот. Дороги и тротуары обрабатывались как пескосоляной смесью, так и реагентами. Вот. Сейчас на данный момент идет окончательная зачистка города. Уборка дорог происходила в ночные часы с 10 вечера до 6 утра, чтобы снегоуборочная техника не мешала движению. В ликвидации последствий снегопада были задействованы пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, самосвалы, погрузчики и другие машины. Кроме того, с прошлого года для обработки улиц используется реагент. Эффект, конечно, от него намного лучше, потому что от пескосоляной смеси все-таки идет пыль по высыханию, а реагент не оставляет следов. Так что в городе будет намного чище. Уборка тротуаров и других пешеходных зон продолжилась с утра в понедельник. К обеду многие улицы уже были освобождены от снега. Несмотря на это, администрация города обращается к пешеходам с просьбой передвигаться не спеша и смотреть под ноги. А автомобилистам быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».